хотел еще с вами поговорить. Ну, довольно-таки холодно. Холодно здесь. Как раз уже вечереет. Можно так сказать. Да, сменим локацию. Тари-да-ра-да-да-дам. Та-да-на-ни-ди-дай. Тай-да-рай-да-ри-да-та-да-дай-да. Тай-на-рай-на-ни-на-на-на-на. Тай-на-рай-на-ни-на-ни-на-на. А-на-на-най-на-на-на-на. А-на-на-на. А-на-на-на. Та-ри-на-най-на-ни-на-най-на-на. Та-ра-да-да-дам. Да, не надо ее менять было. Локацию менять не надо. Не надо менять локацию. Локацию менять не надо, а вот собираться домой уже надо. Просто хорошо. Сидишь, может быть, отсюда локацию сделать. Тари-да-ра-да-дам, да-ра-та-тай. Тари-да-та-да-най-на. Та-на-най-на-най-на-на-на-на. Та-на-най-на-ни-на-на-на-на-на. А-ра-ма-дай-на-на-на-на-на-да. Та-ра-та-там. Тари-би-бам, да-ра-ба-пай. Ба-ри-би-бом, па-пам. Да-ри-би-бу-бом. Араб чурибидобам, дарибидибчурубам. Дарибидибидобам, тайна райна, на-на-на-на. Хорошо. Ну, вот такая вот локация. Машинка, это, знаете, как просто какой-то на сцене, как какая-то там картина, знаете, как это называется, задник по телевизионному или там по киношному. Такой, так сказать, антураж или там, как угодно. Вот. Слегка подзамерз руки. Так что жизнь — это очень интересная штука. Очень интересная. И время тратить на какие-то там такие вещи. Да, что я хотел рассказать. Вот смотрите. Продолжим. Жизнь — это очень интересное явление, которое дается вам. Оно вам дано. А вы... И я в том числе. А мы не знаем, на что ее, как бы сказать, расходовать, на что ее тратить, что делать. Смотрите, мы с вами смотрим фильмы, сидим в интернете, смотрим чужую жизнь, еще что-то. А когда самому жить? Вот некоторые там, знаете, ну я понимаю там, одно дело тренироваться просто-напросто для здоровья. Ну, давать нагрузку на организм, дабы он просто-напросто нормально себя чувствовал и, как бы сказать, был в естественном состоянии. Потому что для того, чтобы мышцы были соответствующие объемы, надо давать там какую-то нагрузку. Это нормально для функциональности организма, так сказать, вот некоторый говорит, атлетизм. Вот. И это, естественно, должно быть в вашей жизни таким, знаете, естественным явлением. Но когда вы специально тратите огромное количество времени на там накачать мышцы, там еще что-то сделать, вот эту бутафорию показать. Единственное, если вы с помощью, так сказать, вот это вот внешнего вида не пытаетесь заработать на жизнь. Ну, вот, ну, некоторые избирают способ зарабатывания на жизнь вот это.
Тогда другое дело. Это, как бы сказать, их работа, они тратят время и так далее, и так далее, и так далее. Но совсем другое, когда человек тратит огромное количество времени вот на какие-то вот эти ложные цели, вот это он вот там качается, вот это нарастил мышцы, он там еще там, грубо говоря, использовал разную там фарму, ага, стал как сарай. Потом деньги кончились на фарму там и на спортзал там или еще что-то изменилось. Перестал заниматься, и все это спало. То есть время потрачено напустую. Вот я сейчас занимаюсь, и чем мне это нравится, то, что вот этот потенциал энергии, который я приобретаю, он у меня и остается. То есть он не зависит от того, занимаюсь я, не занимаюсь. Я его набрал, он остался. Ну, может быть, какая-то там часть небольшая там потеряется. Не без того. Но не то, что если я раньше поднимал 200 толчок, то теперь я и 100 не могу поднять. Подниму ли я еще 80? Ну, пытаться не будем. То есть, ну, зачем? Ну, я понимаю, что в то время, когда я стремился стать мастером спорта, и стал им, и так далее, был спортсмен-профессионал, и я этим зарабатывал. И думал, так сказать, кормиться в жизни. Это одно. А для себя, пожалуйста, чтоб у вас все жизненные проявления были на высоте, поддерживалось и все. И все. Так что мне как-то перестали вот эти вот вещи быть понятными. Ну, когда там, ага, луч качаем, пронатор качаем, еще что-то, ага, ох, тут заболело, там заболело. То есть люди вроде бы качаются, вроде бы там что-то делают, и в то же время они практически все поломаны. Растяжения, разрывы у всех есть. И тут вот тем, чем я занималась, совсем наоборот. Я помню последний раз, когда мне там правили спину, правили, такой силовой такой массаж был, правление, то есть 5-10 активация, вплоть до того, что били между позвонками, так сказать, что-то там вот такое делалось. И много видео, кстати, есть, когда между позвонками бьют, да, все вроде как хорошо, все там стало. Оказывается, да, и синяки были, оказывается, это все можно решить без этого, если вы научитесь вырабатывать свою собственную энергетику. Вырабатывать. И чем ее больше вы вырабатываете, тем, естественно, более жизнеспособным становится ваш организм. И проблемы, которые там были, суставами, там связки, разрывы и прочее, они в основном исчезают. Я уже вам говорил, что у меня практически вот в 2016 году создалась такая ситуация, такой уже инвалидности. И я тоже думаю, ну что такое, ну как же так, а как жить? Ну уже, наверное, все, возраст подошел и все, жизнь закончилась. Интим сократился до минимума. Еле тут ходишь. Ничего не интересует. Постоянные боли. Возник страх из-за того, что ты боишься что-то там нагнуться, прогнуться и так далее. Потому что может схватить спину и защемить. Настолько все это было. И сейчас совершенно иная жизнь. Я вот думаю, вот так бы мне дожить до 70 и посмотрели бы. Самому мне интересно, каким бы я стал. Но это я так немножечко карты вам раскрываю на свою дальнейшую жизнь, на свои дальнейшие перспективы. Они гораздо более грандиозные, нежели что там до этого было. То есть появляются возможности больше во всех отношениях. И тут, конечно, важно не терять голову, понять, как устроено наше сознание, как оно работает, чтобы на
волне мощной энергетики не вляпаться в какую-нибудь историю. Ну вот так вот. Что мне еще, вот, допустим, вот здесь я сижу, нравится. Спать я стал гораздо меньше. При этом вот просыпаюсь. Восстанавливаюсь, ну, очень быстро. Если раньше тут мышцы, знаете, болели, там деревенело, сейчас они наоборот мягенькие, пропускают энергию. Я практически чуть ли не каждый день занимаюсь. Это не значит, что там какие-то там рекорды ставить. Но тем не менее, вот этот вот потенциал. И вот так важно найти свое место в жизни, понять, что такое жизнь, чтобы жизнь заиграла радужными красками и стала жить интереснее и веселее, радостнее и здоровее. Хорошо. Подзамерз я. На этом и закончим. Когда на улице дубарь, а это верно ведь январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и облом чуть погрусти, а там весна и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коль январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди. И снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь, ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлек и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. Я для этого оставляю свою электронную почту. Если вы желаете проявить благотворительность к каналу и ко мне, вы пишите на почту, связывайтесь со мной, и я вам даю координаты, куда что сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и легко внесет, это новый год.
снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалов ходит счастье в каждый дом. Ой, веселись, 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 народ. Наступает новый год. Это что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Ой, веселись, 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 народ, наступает, наступает новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Ой. Бум-б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 ум-